Благодаря поддержке газеты «Аргументы и факты Украина» в них приняли участие и сборная команда Одессы по велоспорту на шоссе, состоявшая из представителей городской велосипедной команды «Аста Тойота» в составе Олега Березовского, Сергея Багмата и Валерия Панкратова. 25 мая на главной улице столицы Крещатике была проведена гонка «Критериум» на 55 километров с 15 промежуточными финишами, которая являлась вторым туром чемпионата Украины. Победу в ней одержал Андрей Кардаш из Беларуси, который выступал вне конкурса. Официальным же победителем стал Руслан Корнюх из сборной Киева, набравший 12 очков. 26 мая в воскресенье в лесопарке Голосеево проходила групповая гонка протяженностью 155 километров. Эта трасса славится своей сложностью благодаря подъему длиной в километр 200 метров и уклоном в 8%, который приходилось преодолевать гонщикам на каждом круге, а их было 25. Победил в этой труднейшей гонке Леонид Тимченко из Чернигова. Он преодолел 155 километров за 4 часа и 27 секунд, показав при этом среднечасовую скорость 38,7 км в час. Остается лишь добавить, что из 90 стартовавших гонщиков гонку закончило всего лишь 21, среди которых был и одессит Валерий Панкратов. На следующий день, 27 мая, в понедельник, была проведена индивидуальная гонка с раздельного старта на 28 километров. Здесь сильнейшим стал еще один спортсмен из Республики Беларусь, Игорь Гримков, показавший результат 38 минут и 54 секунды. Минуту и 8 секунд проиграл ему Александр Козлов из Херсона. В этой гонке очень хороший результат показал одессит Олег Березовский, занявший 18 место из 88 участников с результатом 43 минуты 56 секунд. Следующий отборочный тур на Олимпиаду в Атланту для украинских гонщиков пройдет уже в городе Белая Церковь через 2 недели, где состоится многодневная гонка в памяти Александра Греги.